Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин предложил увеличить концентрацию средств на развитие агротехнологии, превентивной медицины и грин-тек. С таким предложением он обратился к премьер-министру страны на заседании Совета по технологической политике. Там говорили о развитии сферы искусственного интеллекта в Казахстане, индустрии 4.0, GovTech и металлургии. Алихан Смаилов озвученные предложения поддержал и подчеркнул, что для эффективного решения вопросов в сфере развития инноваций необходимо активнее вовлекать как ученых, так и бизнесменов.